Дорогие сябры, замечательный город, столица Республики Беларусь, Минск. Это легендарный Минский тракторный завод. Сегодня мы приехали Москва, Санкт-Петербург, Беларусь, Украина и ближайшие районы республики на потрясающий праздник гармоник, сбирая сябров. И хочу вам сказать, до встречи в городе Иваново на Ивановском легендарном фестивале имени Геннадия Заволокина. И также на 5-м Заволокинском фестивале в городе Новосибирск. До новых встреч. Приглашаем как почетный гость Ивановского фестиваля. Я приглашаю всех гармонистов, плюсунов, частушечников и самородков. Спасибо всем. Удачи. До встречи в эфире. По традиции, моя хорошая,
Фестиваль наш отбывается заусюды у найпригажейшем месяцы веснового календара, який дурить шмат подей. И сегодняшняя наша встреча присвячена самому особливому, хвалюющему святу, дню перемоги советского народа у Великой Айчинной войне. 11-й фестиваль гармонистов гармонии «Збирая сябру» примая у этой утульной зале Палаца культуры тракторного завода и глядачов, и гармонистов. И мы сподяемся, что сегодня, после встречи с нами, вы будете ураженные и наделены будете теплынёй и добрынёй нашего концерта. И зараз, мои хорошие, на эту сцену я запрошаю гармониста. Ай, який ж весельчак, який ж пригажун, ой, спевая, а грая, сустракайте, Василь Шур, город Минск! Наталья Семеновна, которая играла в 66-м году, 50 лет назад, именно тогда. Танцы были, молодежи много было. Вот как тогда музыка.
Оказывается, вот тут трактор-заводская девчина. 20 годов отпрацевала у третьем механичном цеху. А спевая, а грая, а пригожая, а молодая, сустракайте, Людмила Антончик! Шановали и протягивали традиции своих батьков и с любовью относились до песен, до мастерства. Я хочу сказать, зараз на эту сцену выйдет такой коллектив, мои дороженькие, и любовь до музыки, до народной музыки, до песни привил им их наставник. Итак, сустракайте! Заслуженный аматорский коллектив Беларуси ансамбль «Дудоми»!
зараз на сцену запрошаються солісти Дударка. Два хлопчики, два брати. Ой, як вони співають і грають. Сергій і Артем Бурія. Ви ведаєте, вони заспівають вам пісню, сімейну, любимую пісню діда. Про бабулю Галину. І так зустракайте! Сергій і Артем Бурія, Галина! Thank you.
знову на эту сцену вийдуть дударики, але что хочу сказать про этот коллектив. Уже кольки годов, мо годов 50 керавник у них, это Дмитрий Ровинский. А где они только не были? Усю Европу ездили, и Злучные Штаты, и Китай, и Монголию, где только не были. И усюды их так сустракали, как и вы зараз. Пригожие, талиновитые хлопцы, а грают, ну як належить? Коли ласка, знову на сцене дударики! Сына, сына, Божий,
На войне люди не только воевали. На войне яны протягивали жить, любить, писать песни, верши. И коли знаёмишься с творчестью того часу, отчуваешь, что в этой песне, что в этой радочке были написаны сердцем, народжены любовью, до життя, до родины. И зараз на эту сцену я запрошаю упершиню, потому что сустреть его треба як треба. Упершиню у нас запрошаю скопы у нас Антон Шишмаров. Сустракайте, коли ласка. Спасибо за аплодисменты. Рано еще. Дальнею дорогой отдохнет, пускай гнедой, а печали и тревоги унесет речной водой. Эх, не пыли дорога, не бей копытом конь, а развеет грусть тревогу, поможет нам гармонь. Эх, не пыли дорога, не бей копытом конь, а развеет грусть тревогу, поможет нам гармонь. Я готов пойти на плаху, прыгнуть в воду и огонь, снять последнюю рубаху за коня и за гармонь. Эх, не пыли дорога, не копытом конь, а развеет грусть тревогу, поможет нам гармонь. Спасибо огромное. Сейчас я вам исполню песню. Ее написал Вадим Дайнека, заслуженный артист России из города Иркутска. Называется она «Колечко». Сердечко на рученьке ее.
почки все заляли, слезы не пи, останемся. Плачь, ой, горе мое, ой, болит мое сердечко на рученьке ее, не мое колечко. Я пройдусь до по дорожке до самой околицы. Ты поплачь, моя гармошка, сердце успокоится. Плачь, ой, горе мое, ой, болит мое сердечко на рученьке ее, не мое колечко. Плачь, ой, горе мое, ой, болит мое сердечко на рученьке ее, не мое колечко, не мое колечко, не мое колечко. Эти хлопцы с Бреста до нас приезжают на кожный фестиваль. А какие пригожие, а чернявые, а спевают, а грают, мои дороженьки. Итак, встречайте! Иван Чайка и Петр Рашпицкий, встречайте! Thank you.
ансамбляў, і вось сёння зараз зноў на гэтай сцэне ў першыню.
У першиню сустрэнці, як трэба, мае дражэнькі, ансамбль кобрынскіх гармонік, але распачнусь яны сваю ігру незвычайна. Спачатку адзін пайграе, да яго далучыцца другі, потым трэці, калі ласка сустракае! Ой, Гуся!
Пожгите умяшу, умяшу. Там сгоните бочку мяду. Шановні сябри, ну а зараз на эту сцену выйдем. Ой, артист кіно, ви ведаєте, і он знявся у фільмі у головной ролі снайпер. Все бачили этот фільм. Александра Ефремова. Ви ведаєте, я бачила так само. Ай, ай, як я плакала, як його забили там. Як я рыдала, як мне жалко было его, ай-ай, мы разом с мамой своей. Так уже плакали, голосили, правда, при ним. А лишь хочу сказать, а какие усы у его. Ой, я коли разом с ним проводила на телебачине, спевая гармонь, так я не звертала уваги на те усы, а с экрана я кубар, ну живы буденный. Мои хорошие, а які ж ён таленавітий чалавек, а як грає, як співає. А гармонік ось на яким он буде грати, сам купив, ведаєте, я аж у Туле. Целую неділю туди їхав і назад неділю їхав. А я привез. І зараз зустрахайте Борис Гергава! День вам, добрые люди. Хай здоровье всем вам будет. Праздником вас всех витаю, счастья долю всем витаю. Как вы пили, как вы ели, как еще что хотели. Как хвороба вас не знала, да было в достатку сала. Гроши были не маленькие, можно доляры зелененькие, можно евро, можно злоты, можно латы, можно литы. Главное, чтобы были карманы набиты. Ну, чтобы добро працевали, да веселые песни спевали. Бо кажется, что працует, тому шансует. А что раненько стоит, тому Бог дает. Так дай Бог вам ручки, ножки и все трошки. Договорились. Ну и сейчас я вам спою такие две песни, которые сам написал, сам на память выучу. Первая песня о Беларуси, вторая будет называться «Кахаю». На гандлёвых шляхах есть краина одна, я на карту гляжу, то родима моя, называюсь усе, ей белая Русь, Беларусь ты моя, я тобой ганорусь, я родиме моей свое сердце отдал, Беларусь ты моя, я тебе покахал. И поли, и лясы, дивные нарси плёс, зелёные луги, ты просторы небёс. Вельми удячный я ёй, что в далеким краи люди мову почуши у гости вели. Партизан вспоминали хаты не огни,
правди, что кожны з нас третій ляжыць у зямлі. Вспоминали народ, что делился усі, и Чорнобыля чорны з радыяцыі ды, и палі і лясы, дзівныя нарасі палёс, заліўныя лугі ды прасторы нябёс. Шмат прыгожых краін ёсць на нашай зямлі, але хто цябе бачыў, забыць не змаглі. У пашане народаў ты моя Беларусь, і таму я табой яшчэ больш ганаруюсь. Ганаруюсь, што завуць беларусам мяне, і як маці сваю, і я кахаю цябе. І палі, і лясы, дзівныя нарасі плёс, заліўныя лугі ды прасторы нябёс. І палі, і лясы, дзівныя нарасі плёс, заліўныя лугі ды прасторы нябёс. Кахаю я цябе, да пані, да бандзею. Кахаю, кахаю, няма твой бяды. Кахаю, кахаю, кахаю на завжды. Быццам птушка на палянцы так сама спяваю. А я ж тебе хочу побачыць, бо вельмі кахаю. Я спеваю, что хотел бы, что сердце с тобою, что откажешь мне на это для моего спокоя. Кахаю, кахаю, не могу бы да ты. Кахаю, кахаю, кахаю на тобой. Та лягушка на полянце за тебе говорит, а ты своей веселой песни не надею дурить. А я тобой зачарованный, куда тут подеться? А ты ж приди ко мне, приди, да верь мне, сердце бьется. Кахаю, кахаю, не мазывай пяты. Кахаю, кахаю, кахаю на завтра. Кахаю, кахаю, не мазывай пяты. Кахаю, кахаю, кахаю на завтра. Михась Синяк, виртуозный гармонист, баянист, Кайласка. Сустракайте!
На новые сапры и снова на сцене народный ансамбль народной музыки и песни «Минские музыки Кирауник», заслуженный деятель культуры Дмитрий Ровец. А зараз я запрошаю гостей, артистов, гармонистов с близкого замежа. И зараз Россия и первым гармонистом, лауреат международных конкурсов, переможца конкурса Заволокины, лепший гармонист, виртуоз, певая, танчить, грая, моя хорошая, Александр Мещеров. Добрый день, дорогие друзья. Привет вам от России. Здоровья и радости.
Вы мне заранее извините, я буду петь авторские шуточные песни. Где ты про женщин, где ты про мужиков, у нас поют частушки, которые мужики гуляют налево. Кобели их зовут. Я их сегодня петь не буду, я написал другие частушки. Называется «Не ругайте мужиков». Thank you.
нигде учебы не было беды.
запрошу на эту сцену гармонистов, которые объездили всю Европу, где они только не были. У всех куточках своей родины и замежа, где только не спевали, где только не играли. Виртуозно играют, мои дороженькие. А спевают они вот так. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет друг гармонь, и рукою болезни все снимет. Итак, мои дорогие, встречайте! Валерий Полотов, город Москва! Геннадий Аксенов, город Брянск! Валентина Морозова, город Пенза! Встречаем! Добрый день! Третий год мы ездим на ваш фестиваль, и, знаете, очень благодарны и Владимиру Ивановичу Перуте. Вот я в своей жизни сейчас уже очень много фестивалей видел, вообще такое ощущение, что в концертном зале стал жить. И вот фестиваль в Минске, который собирает Сибров, друзей, это один вот из лучших, которых я видел. Белорусские гармонисты приезжают к нам в Москву в гости на наши фестивали. Я тоже ездил в Минск, в Брест, часто зовут. Песня, которую я буду петь, Геннадий будет подыгрывать, из сериала «Сваты». Она с женского лица, поет ее наш женский ансамбль, но так как его здесь нет, буду петь я. В этом песне на самом деле три куплета, вот, но когда вот мы эту песню разучили, там смысл такой, что вот она ждет, он не идет. И мои девушки говорят, ну как же так, ждет и не идет. И мы дописали поэтому четвертый куплет, последний куплет это наш авторский куплет. Из полевых цветов, и значит все
на нас с тобою сложится, и мы подружимся, моя любовь. На белом платьице я подвенечная, и мы поженимся, моя любовь. Oh!
празднику. Особая благодарность Валерию Николаевичу Болотову. Я случайно попала в Москву из Пензы. Я рада, что я попала теперь в Минск. Я думаю, это не первая встреча. А вообще у меня папа работал трактористом на тракторе «Беларусь», играл на гармошке, тоже «Беларусь». А я теперь, я думаю, он радуется за меня в небесах. Спасибо вам огромное. Валентина Морозова, Аварант Нол Карабанис, Динарь Аксенов. А вы видите, на какой саратовской гармоньке будем брать? 1903 года! Играшура, 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 выводи! Ты смотри, народа, сколько ты своди! Не подведи! Диво, нарядились их красиво. Что же это за парад? Гвардисты выступают, говорят. Ха-ха! Дорогие мужики, где вас вечно носит? Приходите поскорее, девки очень просят. Ха-ха! Что вы, девки, обалдели все гурьбою, налетели? Да ведь тоже не трудой. Целоваться с Игоревой, эхо! Гармонист играл недаром, вы пришли сюда не спать. Разрешите головарщего русского сыграть. Большой праздник, правильно? Воскресенье? Да. Просто я прошу прощения, мне подсказать, сегодня последний день Пасхи. Вот такой день я хочу исполнить песню, которую написал наш друг из Омска. Это мой тезка Геннадий, которого фамилия Мамик. Ему прислали слова из Московской епархии. Патриарх, значит, он написал музыку. Называется песня «Христос воскрес». Я ее исполнял уже, впервые исполнил у себя дома, когда отправляли Пасху в том году. И в этом году специально батюшка позвонил, я был в Москве. Я бросил храм московский, спросил батюшке, ничего страшного, что я еду домой. Конечно, дом есть дом. И снова же отправляли, именно освящали, отправляли Пасху под эту песню. Итак, «Христос воскрес». Потому что Христос воскрес! Хвалите Господа с небес! Христос воскрес! Христос воскрес! Преображен в вечном теле, чтоб мы такими же быть хотели! Христос воскрес, благая весть! Христос воистину Он есть! Христос воскрес, зайдя на крест! Христос воистину воскрес! Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воспели ангелы с небес! И хвалят, любят все Христа! И свет сияет у креста! Христос воскрес, благая весть! Христос воистину Он есть! Христос воскрес, зайдя на крест!
воскрес. Христос воскрес, и знаю я, мы в нем и с ним одна семья. Ликуй и веселись, народ, без православный Божий род. Христос воскрес, благая весть, Христос воистину он есть. Христос воскрес, зайдя на крест, Христос воистину воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес, зайдя на крест! Христос воистину воскрес! Христос воскрес! Хотел как бы огорчать вас, чтобы медленно, я всегда обычно заканчиваю быстрыми песнями, но я просто не могу эту песню не спеть, потому что женщина – это святое, правильно же? А женщина все идет. Ну, мужчина так, мы где-то сбоку. Но слово «мама» мы понимаем, знаете, обижаем матерей. Но понимаем позже, хотя нам матеря об этом всю жизнь нашу, такую несознательную, так скажем, говорят, не будет меня, будешь локоток кусать там или что-либо. У меня мама, то есть родила в 45 лет, поэтому я самый младший, на 6 человек в семье, 3 брата, 3 сестры. И, знаете, у каждого свое число, но я не буду дальше рассказывать. И на нуле попал 3 раза, и все связано с числом тройка. Я хочу просто спеть, которая называется песня «Нет мамы». Есть на свете много людей, только не ту маму моей. Никого дороже, только не ту маму моей. Никого дороже. Над рекою солнце встает, станет день пригожим. Только не ту мамы моей, никого дороже. Только не ту мамы.
Ведь на свете много людей. Добрых и хороших. Только нет у мамы моей никого дороже. Только нет у мамы моей никого дороже. Санкт-Петербурга! Галина, поехали, поем все вместе.
Наша любимая! Я думаю, как у вас, у меня это придет. Вот она бывает вот
так вот это выйдешь в огород, она вот красная, а вот рядом такая же, но черная. Ну что это за ягодок, а? Смородина. Правильно, поехали, где вы глазки черные? Ягода смородина! Тупая ночь, столько на небе.
Thank you.
Играй гармонии громожные, живые, и песни с той войны нам донеси. Мягкий разлет, як той салют у Майи, гучить гармонии, як символ дружбы и любви. А зараз, мои дороженькие, я запрошаю на сцену усих удельников 11-го фестивалю гармонистов «Гармоник, спирай и сябро». Гарри Маска! Болотову, Морозовой, солистке,
Валентине Морозовой, виртуозу Геннадию огромное спасибо. Ну, всем, кого я не назвал, мы сейчас хотим передать благодарность, в дипломах выразить. Мы позвольте это сделать. Ну и, конечно же, мы не забываем наших родных гостей из Брестской области. Мы познакомились с ними далеко в Объединенных Эмиратах. Это коллектив, мы там встретились. Николай, вот сегодня трио из Коблинского, гармоника. Ну и наших всех родных минских, брестских гармонистов. Вот юных, Дмитрий Дмитриевич, огромное спасибо вам за то, что вы действительно растите молодых гармонистов, красивых девушек уже здесь все в этом фестивале, который гармоник собирает нас. А за вас, за отданность традиции народного мастерства узнагороживаются полякой и нежным я запрошаю Василь Шур, город Минск. Если вы под камерой, можно поговорить в другом месте, а? Замечательной
Тамаре Лихотиевской, это наша письменная, можно сказать, ведущая, и мы очень рады, что слышать ее голос и песни в ее исполнении.